Всем привет! И сегодня я хочу с вами поговорить о некоторых продуктах от фирмы Oriflame. У них есть такая линейка, называется «Шведский спа-салон». В этот набор, в эту линейку входят скраб для лица, очищающая маска, крем, который можно использовать как и днем, так и ночью, и сыворотка. И хочу рассказать поочередно о каждом продукте, поделиться своим мнением, потому что эта линейка мне очень понравилась. И хочу начать со скраба для лица. Здесь его довольно-таки много, потому что все продукты я использовала, кроме вот этого скраба. Он очень хороший, мне нравится, осталось его... чуть меньше половины, частички, либо крупинки, я не знаю, как назвать. В общем, вот эти вот гранулы скрабирующие, они очень мелкие, но их очень много, и они вперемешку с какой-то вот кремовой текстурой такой, делают кожу ровной. После его применения кожа такая становится ровная, даже какие-то вот бугорки, прыщички, все равно сглаживаются, я не знаю, как так получается, но скраб мне очень понравился. Здесь 75 мл, его очень даже советую. Запах у всей этой линейки ярко выраженный, он очень такой цветочный и похож на запах каких-то цветов, гладиолусов, либо что-то наподобие. В набор входит еще вот такая вот маска очищающая здесь, 50 мл. Для того, чтобы использовать этот уход полноценно, маски маловато, мне ее не хватило до конца всех остальных продуктов. Пришлось использовать любую другую маску очищающую, но маска неплохая, мне очень она понравилась. Текстура у нее обычной глиняной маски, ее нужно держать 10 минут, она должна также высохнуть на лице. Хоть эта маска подобна глиняным маскам, она не смывается, как глиняные маски. Она немножко такая вот по текстуре какая-то жирноватая, и ее просто так не смоешь. Ее нужно смывать именно каким-нибудь спонжем, потому что жирность вот эта остается. Получится, маска не смывается до самого конца. Либо лучше смывать ее каким-то спонжем, либо просто после смывания пройтись каким-нибудь тоником. Маска также выравнивает кожу лица, именно не тон лица выравнивает, а кожу. Кожа становится просто гладкой, даже какие-то вот неровности, прыщики какие-то, которые до этого вы ощущали на лице, после применения вот скраба, маски вы проводите и вы не ощущаете их явно, так как до этого ощущали. Маска тоже неплохая, но объем маленький. Если покупать весь этот набор, то масочки лучше брать 2. Запах такой же, в общем, у всех продуктов он одинаковый. Запах у крема и сыворотки не такой ярко выраженный. И плюс ко всему он выветривается быстрее. Расскажу про крем. Он шел вот в такой упаковке. Это один единственный продукт, который у этой серии идет в упаковочке. Сам крем находился в стеклянном бутыльке. Крема хватает надолго, до конца, в принципе, использования всех остальных продуктов. Крем по своей текстуре очень легкий, он подходит больше, мне кажется, на дневное использование. На ночь им тоже можно пользоваться, но мне больше нравилось пользоваться другим продуктом, это сывороткой, и сейчас я как раз о ней расскажу поподробнее. И перейдем к сыворотке для лица. Здесь 40 мл и очень удобная упаковка у сыворотки была с помпой. Это очень удобно. Лучше бы они сделали и крем в такой упаковке, потому что лазить туда пальцами как-то неудобно. Не то чтобы не гигиенично даже, а просто неудобно. Вот такие вот упаковочки, они занимают меньше места, чем вот такие вот широкие банки. И получается очень удобные в использовании. Вы открыли, выдавили
В общем, никуда вы не лазите дополнительно руками, ничего не откручиваете, ничего не вертите. В общем, это очень удобно. Я, в принципе, такие упаковки очень даже полюбила. Текстура у сыворотки такая легкая, напоминает даже такую полупрозрачную водичку. Но очень хорошо подходила эта сыворотка на ночь. Мне она очень нравилась. Ее здесь, кстати, как заявлено, и нужно применять только на ночь. Наносить только на лицо, избегая область вокруг глаз и шеи. Именно с этой сывороткой у меня проходили все высыпания, какие-то, я не знаю, шелушения. Также эта сыворотка выравнивала тон и выравнивала также кожу. Сыворотка, конечно, понравилась мне больше всего, но в совокупности эти все продукты очень-очень даже хороши. Она довольно-таки экономична и хватит ее на дольше, чем всех остальных продуктов. Я просто уже под конец, так как я в одно и то же время все это покупала, я под конец просто уже использовала в большом количестве также, чтобы побыстрее допользовать. Потому что продукт в принципе хороший, он работает, он мне очень нравился и не хотелось как-то выбрасывать его. Эта серия предназначена для увлажнения, даже интенсивного увлажнения кожи, для выравнивания тона лица, для восстановления кожи. Поэтому могу посоветовать также для жирной кожи на зимний период. В некоторых компаниях у Oriflame бывают скидки на некоторые тоже продукты из этой серии. И да, эти все продукты я приобретала сама, никто ничего мне не дарил, не присылал на обзор. Я все приобретаю сама по своему усмотрению и не жду ни от кого подачи. Так что это мое объективное мнение. Я никому ничего не навязываю, дело ваше, но я очень довольна была этой линейкой, мне она очень понравилась. Это единственные 4 продукта из ухода для лица от Oriflame, которые действительно мне понравились, хотя я пользовалась многими продуктами и, поверьте мне, у меня есть чем сравнить. Вот, в принципе, и все. Хотела поделиться своим мнением именно про эти продукты, именно про эту серию, линейку. Если кто-то из вас, конечно, пробовал что-либо из этой линейки, из этой серии, напишите в комментариях, понравилось вам это средство или нет. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо всем за внимание. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.